Поселок Цыпка расположен в долине одноименной реки Цыпка, правого притока реки Туапсе. Примерно в 10 километрах к северо-востоку от города Туапсе. Через этот поселок, точнее мимо него, по касательной проходит автотрасса, связывающая Туапсе с Майкопом, а также железнодорожная ветка Армавир-Туапсе. Свое название поселок получил от гидронима от речки Цыпка, на адыгском, звучащем как Цепс или Пцепс. В своем основании имеет две основные версии происхождения. Согласно первой версии, некогда один прохожий снял свой старый изношенный тулуп и бросил его в реку. Тулуп долго носило по реке, отчего вода в нем стала вшивой. Отсюда люди стали называть его Цепс, вшивая река. Согласно второй и наиболее распространенной правдоподобной версии, топоним реки происходит слово Пцепс, где пце – рыба, а псы – вода, река. То есть топоним реки можно перевести примерно как река, обильная рыбой. Интересно, стоит заметить, что некоторые из специалистов отмечают, что это было такое, знаете, как обыденное название, как вот Белая река, допустим. Да, то есть очень распространенное такое усредненное название «Рыбная река». То есть когда не знали, как как-то назвать как-то особенно и не могли, то есть такое общее, расхожее, такое по умолчанию название «Рыбная река». Потому что Цыпка встречается часто в адыгском мире. Интересная история связана с легендой о гибели великана Ахына. В давние времена при слиянии рек Туапсе и Цыпка жил в горах богатый князь, и была у него красавица-дочь. Много было у нее женихов, но отец всенародно объявил, что только тот получит руку дочери, кто перепрыгнет с горы на гору через долину реки Туапсе. Туапсе, кстати, это двуречье. На зов пришло много молодых людей, но никто не мог выполнить условия. Однажды пришел великан Ахын. Взойдя на гору, Ахын оперся своим неразлучным посохом в дно долины и перепрыгнул на противоположную сторону. Испугался дикого великана отец красавицы, но последний понравился Ахын, и она стала его женой. Прошло некоторое время, и Ахын вздумал навестить тестя. Прослышав об этом, испугавшийся тесть, забрав имущество, скот, семью, бежал по берегу моря на юг. Остановился он только у реки Шахэ. Ахын пошел следом вместе со своим имуществом и стадами. У него было так много скота, что он покрывал все окрестные горы. Остановившись тоже в долине реки Шахэ, Ахын не заметил своего маленького соседа тестя. Ахын окопал свою стоянку глубоким рвом с водой. Чтобы выйти наружу, он опирался одно рва своим посохом и перепрыгивал на другой берег. Однажды тесть связал два срубленных дерева, перебрался через ров и, пробравшись к дочери, спросил, когда спит Ахын. Ахын спал одну неделю и одну неделю бодрствовал. Во второй приход подпилил в нескольких местах посох. Ахын, проснувшись, прыгнул через ров, упал и утонул. Неизвестно, куда девались его стада, но на месте гибели Ахына до сегодняшнего дня находится аул Ахынтам. Но сегодня это уже часть аула Большой Кичмай, самая ближайшая к морю. Цыпка никогда не имела статуса аула. Это всегда был поселок. До Кавказской войны здесь были селения адыгов-шапсуков, большая часть которых сегодня неизвестна. Только одна фамилия Адагув, которая встречается сегодня только в Адыгее, знает о своем происхождении из этих мест, а также из Большого Псеушху. Еще в конце 19 века земли на месте будущего поселка Цыпки были распределены паями между жителями аула Большое Псеушхо. Во время строительства железной дороги в Туапсе в начале 20 века места эти стали более привлекательными для жизни, и учитывая перенаселение аула Большое Псеушхо в те годы, часть молодых семей оттуда перебралась. Но только после революции и гражданской войны в 1922 году в Цыпке появились первые полноценные дома, и поселок получил официальный статус. Это был очень молодой поселок, что очень сильно отразилось во время Великой Отечественной войны. Практически все его мужское население подлежало призыву и покинуло свои дома. Цыпка – центр Вильяминовского сельского поселения, включающего все поселки вдоль реки Туапсе до самого города. На его гербе есть дольмен. Сегодня население аула составляет более 750 человек, но только 20% из них потомки адыгских первых поселенцев. Дело в том, что в 60-70-е годы в этих местах действовал очень мощный животноводческий совхоз. Наличие работы и близость трассы и железной дороги привлекало специалистов со всех стран. Так, адыгская Цыпка стала интернациональной. Сегодня здесь проживает более 17 национальностей, есть своя школа, причем в ней учатся дети из всех поселков от Туапсе до Цыпки, так как поселок является центром этого сельского поселения. В Цыпке действует очень профессиональный дом культуры, где дети и взрослые учатся танцам всех представленных поселений этносов. Причем адыгские танцы могут исполнять как русские ребята, или армянские, или греческие, и наоборот. То есть не принципиальный вопрос. Помогает в пошиве национальной одежды знаменитая швея Марина
Карашинова, мастер своего дела. Благодаря ей поселок стал известен всему миру. Выставки ее одежды и танцевальные коллективы стабильно занимают лидирующие места в различных международных и всероссийских конкурсах. Причем не только в костюмах адыгских традиционных, но и традиционные костюмы она шьет других этносов, представленных в поселке. В данном клубе я работаю уже более 9 лет. Придя сюда, мы как-то собрались с детьми и решили пошить национальные костюмы. После этого создали коллектив танцевальный. На основе «Золотого кинжала» появился потом еще один коллектив «Жемчужинки Кавказа». Детки занимаются с 4 до 25 лет коллективы, более 35 человек. Мы шьем костюмы с детьми, советуемся, выбираем. На выставке мы шьем маленькие костюмы для того, чтобы вот они почувствовали над своими ручками, как это делается. Вот создаем такие вот вещи. Потом на основе детского костюма мы шьем уже более взрослые костюмы, которые они уже одевают и танцуют в них. У нас также в коллекции костюмы для выставки. Они имеются и свадебный, княжеский. Есть стилизованные костюмы, платья, флаги. Также современные костюмы. И есть у нас в коллекции платье, которому больше 100 лет. Мы его отреставрировали и выставляем его больше для обрядов. Когда показываем национальный обряд, либо свадьба, либо, допустим, молодежные переплясы на День матери. Мы делаем также и для других коллективов. У нас есть русские коллективы, взрослый коллектив «Надежда» и детские коллективы. Костюмы мы для всех коллективов сделать пытаемся сами своими руками. Так они более ценят их, любят их и ухаживают за ними. Звание мы получили народное, по нас называется «Игольница-узорница», студия национального костюма. Мы получили звание. Сейчас мы лауреаты по хореографии и еще достигнем немалых успехов, я надеюсь, нашими детками. Также мы изготовляем сувенирные, это куколки, всякие вышивки. Вот. И у нас вот самые маленькие детки вот, создали вот такие вот костюмчики. Самые маленькие детки у нас танцуют вот в таких вот костюмчиках. Это наши последние работы. Так, Марин. А и скажите, вот еще вышивкой занимаетесь, костюмы делаете, и отдельно заказываете вот эти вот, ну, вышивка аппликации. Аппликации мы берем в Майкопе. Значит, мы советуемся в Майкопе, в магазинах стилизованных специальных, где у нас продаются для костюмов аппликации, вот металлические такие вот нагрудники, пояса. Мы советуемся, выбираем и уже используя, делаем. Можно было бы и самим делать вышивку, но так как костюмов шьется очень много и нужно одевать коллективы, мы используем аппликацию. Но вот выкладка шнуром, мы с детками ее делаем, орнаментами, вот камнями расшиваем, для того, чтобы уже со сцены красиво смотрелось, сиял костюм, расшиваем камушками. Вот. Готовые аппликации мы сами делаем, вот именно вот такие. Но это не получается у нас много этим заниматься, так как массовка идет. Вот это стилизованный костюм для молодежного перепляса. Девочки. Вот такие вот узоры, орнаменты мы делаем с детками. Здесь видно уже, что они вышивают ручками. Вот. Это уже ручная работа. Если и готовая аппликация, то все остальное уже они делают ручной работой. Нить берется вот такая вот серебряная, и иглой они вышивают этот орнамент. Красиво рисуночком. Посмотрев
на костюмы, мы пришли к выводу, что нужно это все возобновлять, традиции, обычаи, чтобы дети знали свой язык, чтобы дети знали именно исконные корни ихни, про свой род. Также мы делали, составляли план, кто дедушка, кто бабушка, из какого рода они, чтобы детки знали, откуда они, чтобы они знали, как общаться, почитать взрослых, почитать свои обычаи, свои обряды, чтобы они знали, что в жизни у них так было, и чтобы это так именно и осталось, чтобы не только они, а их дети и правнуки сохранили все обычаи, все обряды, чтобы не утратила ихняя, вот как сказать, чтобы они в жизни знали, кто они, откуда они, и чтобы они такими же и остались. Вот. И для этого мы изучаем культуру, мы изучаем костюмы, мы изучаем танцы, все, что связано с традициями и обычаями, стараемся сохранить и изучить. А, Марина, вот как вы увлеклись? Как, с чего началось, в общем-то, вот, увлечение швейным делом? Значит, когда был концерт у моей дочери, мы составили костюм на эскиз, мы его сшили, она выступила, и вот появился интерес возобновить все это, потому что многие родители тоже заинтересовались, попросили, чтобы их дети тоже приняли участие, сшить для них костюм. Родители заинтересовались других детей, и мы решили создать коллектив. Создали коллектив, сделали им костюм, они один раз выступили, второй раз выступили, и уже как-то пошло одно за другим, создали множество других костюмов, множество других танцев, мы участвовали во многих мероприятиях, мы ездили, выступали в пансионаты, на побережье, для гостей было очень интересно, все подходили, спрашивали, интересовались культурой, обычаями, и вот так у нас пошло. И не только адыги у нас занимаются, и русские дети, и армянской национальности. До 17 национальностей у нас присутствуют в клубе. Им всем нравится, они всем этим занимаются. Родители большое участие принимают и в концертах. Готовим адыгейскую кухню, знакомим их с рецептами. С удовольствием как бы продвигается это все, и я надеюсь, что так и будет дальше. Давно у вас, ну, сколько вы уже этим занимаетесь? Именно по творчеству я занимаюсь 9 лет, именно по костюмам и по танцам. По танцам. А, ну, расскажите еще немного по наградам, какие у вас самые такие яркие. Мы получили краевые награды, у нас очень много, дипломов очень много. Практически мы, где только есть возможность, мы участвуем. Мы 4-жды лауреаты по хореографии, по танцам, и у нас очень много наград именно по костюмам. В этом году мы заняли 1-е место по Краснодарскому краю и получили грант. А это у вас название «Золотой»? У нас студия «Игольница-узорница», студия национального костюма. А танцевальный коллектив? «Золотой кинжал» и «Жемчужинки Кавказа». И вот у вас, получается, еще краевые, да? Вы получили 2 года подряд? Да, 2 года подряд мы получили краевые. У нас есть и международные, мы участвуем. Приезжают гости, вот метеотехнику нас всегда приглашает. Мы делаем выставку для гостей, а это у них обычно происходит как международное собрание. И выставка, и танцы наши. Им очень нравится ежегодно. Мы принимаем участие во всех учебных заведениях, где учатся и занимаются дети. Где нас приглашают, мы никогда никому не отказываем. По краю вы первые получили, да? Да, в этом году место мы заняли в краевом конкурсе. Именно по национальному костюму было более 50 коллективов. Вот, и мы заняли первое место. Получили грант. Спасибо вам большое.